И сегодня имя архиепископа Николая Касаткина ярко сияет в сонме святых православной церкви. У него был сильный иностранный акцент, однако это не мешало ему быть понимаемым всеми японцами без исключения, от мала до велика. Она рисовалась в моем воображении, словно невеста, поджидавшая меня с букетом в руках. Он черпал из своей замечательной эрудиции примеры, образы и сравнения, которые японцы не могли предположить в устах европейцев. Нет, не праздником были прошедшие годы, а его Николая крестом и поприщем. И как же надо было веровать самому в Спасителя, чтобы убедить тысячи японцев, что Царство Божие может дать именно Христос.